А как присесть? Интересно. Блин. Надо перепрыгнуть нужно. Так. Блин. И как этот. Как его, блин? Том Круз. Так, они у нас вот так вот двигаются, да? А те вообще ужас. Сек. Сделаем атмосферу. Блин, ошибку сделал. Так, какая-то фигня. Это он олимп... Да. Блин. А, тут сверху еще. А как там пройти, интересно? Ага, понял теперь как. Фу, блин. Да ёп. То не цепляет, а тут бац и зацепило. Почти. Так, все у нас так. Да, детка, музыка решает. Как раз. Если считаете, только что был офигезный момент, ставьте плюс. Ah!
Даем. Так, это вверх. Это уходит. Нужно быстрее проходить, получается. Да. Да. Так. Подождем. Юпрсоте. Так, это я прошел. Или нет? А, мне сюда надо, да. Даем. Из этого, из фильма «Обитель зла». Решетка вот эта. Или успел. Фух. Не, я все-таки знаю сейчас, какую песню включу. Хай еще играет. Громче. Ах!
Меня не остановить! Я же не подонки! Даже когда врагов слишком много, белый ниндзя не думает. Белый ниндзя действует. Качу. Гэндальф не помнил, сколько все это продолжалось. Но обучение в техникуме белого ниндзя все-таки закончил. И даже получил белый билет. Вот так вот их всех. Я заранее знал, что сюда попаду. Деревьев вырубил множество, домов спалил немало, осушил молочную реку,
вытоптал кисельные берега, целую армию урков вырастил. Что еще придумать, не знаю. Неужели я достиг своего предела? Что за черт? Изенград был первой стратегической базой уркаганских сил после Морга. Именно здесь Сарумян, в нарушение всех международных конвенций, провел незаконные генетические эксперименты с вирусом М. Здесь он наладил массовое клонирование нового поколения мега-урков, злобных, порочных и крайне тупых. Но изенградская битва подломила ход уркаганского блицкрига на корню. И мало кто знает, какую роль сыграли в ней два рядовых карапуза из сельских убийц. Придется по стриму смотреть, а не... Блин. А как развернуть и завернуть окно назад? Игра это... Две сорванные башни. Вроде так, да. Две сорванные башни. Дмитрий Пучков, Гайджины, 1С, издатель. Блин, у меня игра залезла, знаете, под этот прям. Под нижнюю вот эту фигню. У меня в окне она. Перезапускать игру. Сейчас, ребят. Да, под панель задач. Хочешь покажу? Смотри. Вот у меня игра. Окно залезло прям туда. И никак же не вытянуть. Что? Правая. А, типа закрепить это убрать. Ну. Левый в бок. Нажми и оттуда тащи в бок. А.
прямо налево. Ой, что это за фигня? Фух. Лучше Эминем послушаем. Так, левый же, да? Так. Блин. Как ее Спасибо. Наверное, лучше так и оставлю. Все, спасибо. Затупил. Да все, 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 настроил. Спасибо, ребят. Да все, перенес это. А, потом задержка просто. Нет, еще в списке есть пару задорных игр, так что, ребята, эту пройдем, завтра будет новая. Мне дали список очень прекрасных игр, подходящих к этому 100%.